Это «День города», в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Вокруг шум. На Рыбновском полигоне снова скандалят. Зеленая победа. Новая сотня саженцев для Рязани. Все о Маше. Суперфиналистка проекта «Голос дети» Мария Политикова, кроме пения, любит шить, лепить и танцевать. На мусорном полигоне в Рыбновском районе вновь неспокойно. Местные активисты на встрече с представителями администрации и прокуратуры вновь подняли вопрос о завозе московского мусора. Мы уже рассказывали об этом ранее. В Рязанскую область едут грузовики со столичного сортировочного центра, что не устраивает местное население категорически. Словесная перепалка ни к чему не привела. Из Касимова мусор везут. Так же из Рязани, из Шишова. Он заключил договора с этим, он сюда привозит мусор. Давайте так, вот, с точки зрения, вы представители Рязанской области? Конечно. Вы поддерживаете интерес Рязанской только области? Только Рязанской области. Почему тогда мусор с Москвы сюда везут? Объясните одно. Тогда вы как представители Рязанской области, вы должны поддерживать. Я поддерживаю. Попытку здесь и сейчас взять заборы грунта прервал сильнейший ливень. К этому разговору стороны пообещали вернуться в ближайший вторник. Трагедия в Татарстане как повод усилить меры безопасности в школах. Снова проверят буквально все. Об этом не только говорили сегодня на правительстве. Валерий Седов продолжит. Нужно сделать все возможное, чтобы ученики и педагоги чувствовали себя комфортно и безопасно в учреждениях образования. С обсуждения этой темы началось заседание регионального правительства Рязанской области. Поводом стала трагедия в Татарстане. В результате стрельбы 11 мая погибли и пострадали люди. Я дал поручение усилить меры безопасности в образовательных учреждениях Рязанской области. В школах, детских садах, вузах, техникумах. Прошу все ответственные за эту работу ведомства максимально внимательно и ответственно к ней подойти. Нужно проверить, как организована система обеспечения безопасности, корректно ли работает оборудование, все ли исправно. Следует посмотреть исполнение обязательств охранными предприятиями, которые закреплены за учебными заведениями. Может быть, стоит организовать и провести профилактические беседы, тематические классные часы, на которых еще раз рассказать детям о том, как вести себя в случае ЧС. Второй темой для обсуждения стала вакцинация от коронавируса. Губернатор поручил ускорить темпы прививочной кампании. Другая новость касается села Ижевское Спасского района Рязанской области. Оно станет третьим историческим поселением в регионе наряду с Рязанью и Касимовым. С момента вступления указанного нормативом силу в границах за особое регулирование градостроительной деятельности, в соответствии с которым строительство и реконструкция объектов капстроительства, включая объекты ЖС, будут осуществляться при условии согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия, архитектурного облика, строящихся и реконструируемых зданий, в части соответствия предмету охраны и требованиям градостроительного регламента в границах исторического поселения. Как раз застройка исторического центра – важный вопрос, который тоже подняли на заседании правительства. Николай Любимов сказал, что тут нужно учитывать современные запросы на облик и конструктив зданий, а также советоваться с жителями города. Она должна сочетаться, архитектура. Наши исторические здания должны сочетаться с зданиями новыми. Вот и все. Это не значит, что новые здания должны выглядеть как старые. Я призываю вас в этом отношении к более конструктивной позиции. Я имею в виду инспекцию нашу. Главное не уйти в другую крайность, добавил глава региона. Для этого нужно смотреть на современные урбанистические концепции в других исторических городах страны и учитывать иностранный опыт. Валерий Седов, телекомпания «Город». Озеленение города играет весомую роль в повышении комфортной городской среды и снижении уровня загрязнения. Посадку деревьев мы проводим в любимых рязанцами местах. Сюда жители приходят отдыхать семьями. Мы рады внести свою лепту в такое нужное для города дело. Эти слова принадлежат генеральному директору РНПК Сергею Михайлову. Предприятие продолжает высаживать деревья в разных районах города. И сегодня новые саженцы появились на бульваре Победы и в Комсомольском парке. Тенистые аллеи, шум листвы и поющие в ветвях птицы. Хорошо устроенная зеленая зона в черте города – настоящее сокровище. Сегодня в Комсомольском парке с утра кипит работа. Здесь высаживают молодые деревья. И для местных жителей это большая радость. Да, это хорошо, что посадили новые деревья. Здесь будет больше тенька, побольше бы таких мест. Мы здесь почти каждый день гуляем. Чем больше зелени, тем лучше. Так что нам все нравится, очень красиво. Парк очень красивый стал. Деревья здесь обязательно нужны. Часто, да, я с внуком часто гуляю. Да. Хорошо, хороший парк сделали. Мне нравится.
и детям, наверное, нравится. Озеленение в Комсомольском парке на улице Новаторов и на бульваре Победы по Московскому шоссе рязанская нефтеперерабатывающая компания провела в рамках реализации всероссийской акции «Зеленая весна-2021». В общей сложности сегодня высажено более 100 саженцев липы, рябины и дуба красного. Нефтяники рады помогать городу Рязани. Это наша не последняя посадка. У нас еще планируются посадки в школах, парк ЦКПО. Мы рады помогать нашему городу. Этой весной, благодаря рязанской нефтеперерабатывающей компании, дубовая посадка уже появилась в деревне Турлатово. В планах предприятия высадить более 500 саженцев дуба, ели, сосны и липы на разных площадках города. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Схема обмана «Вам звонят из службы безопасности банка» давно известна. Она в деталях расписана во всевозможных предупреждениях, и тем не менее пожилые люди, и не только они, попадаются на эти уловки. В этот раз телефонный мошенник украл у пенсионера в Рязани более 5 миллионов рублей. С вашего счета сейчас сняли средства, вам срочно нужно принять меры. Такой звонок получил пенсионер от якобы службы безопасности банка. 24 апреля позвонили с неизвестного номера, представились менеджер безопасности службы банка, представился. Они оказались самыми натуральными мошенниками. Они сказали, что со Сбербанка сняли все денежные сбережения. Дальше сказали, чтобы я снимал денежные сбережения и перечислял им в целях сохранности. Ну, снимал и ложил. В разных банках. В разных банках, да. Выполняя под диктовку незнакомца ряд действий, пенсионер из-за страха обналичил все свои сбережения и перевел их на указанные ему резервные счета, где деньги должны были якобы остаться в сохранности. Однако мошенник их сразу обнулил. Перевел 4 с лишним миллиона им. И еще кредит взяли. И еще кредит. Вы все по телефону вам объяснял, да? Ну да. Говорил номер счета, ну, да, положить какую сумму денег, да, правильно? Да. Суммарно со счетов пенсионера пропали более 5 миллионов 300 тысяч рублей. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники банка никогда не просят предоставить данные, совершать какие-либо операции с картой или счетом, а также сообщать пин-код или код безопасности. Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам: предупредите об уловках мошенников своих родных и близких. Любой звонок от незнакомого человека относительно перевода денежных средств должен вызывать подозрение. Не следует поддерживать разговор. По всем вопросам о состоянии счета надо звонить лично по телефону, указанному на банковской карте. Олеся Котровская, телекомпания «Город». С города поднятой головой в Рязань вернулась суперфиналистка проекта «Голос дети» 13-летняя Маша Политикова. По итогам зрительского голосования рязаночка заняла 3-е место, но особо от этого не расстроилась. Всем привет, и я хочу показать вам небольшой кусочек своего города. Это видео 13-летняя Маша Политикова записывала специально для шоу «Голос дети», как визитную карточку города. О том, что ею станет ее голос, Маша тогда даже не думала, но в итоге покорила и зрителей, и жюри. Я готовилась практически год к этому проекту, потому что я прошла кастинг в том году на «Голос дети 7», но до меня не дошла очередь, все команды уже были наполнены, и нас переставили на этот год. Я на самом деле очень благодарна Вселенной за то, что так случилось, потому что если сравнивать меня с прошлым годом и сравнивать меня в этом году, это просто небо и земля. Ее успех в Москве – это еще и успех всех преподавателей. Помимо чисто вокала, Маша сегодня танцует, поет в хоре и везде на первых ролях. Руководитель театра «Созвездие добра» Татьяна Червоненко называет ее суперпозитивной и светлой. Я Машу узнала до того, как она еще пришла в театр. Я ее увидела в летнем лагере «Звездный». Она впервые, впервые, но она вышла на сцену, она была такая забавная, в каких-то разных кедах, такая смешная. И я еще тогда обратила на нее внимание, на эту девчонку, которая такая вот светлая и улыбалась, рот всегда был до ушей. Вот, наверное, взгляд на жизнь, вот этот позитивный настрой, он очень помогает детям продвигаться. Самое главное – это верить в то, что там впереди все будет замечательно и хорошо.
кто точно знал, что все будет хорошо, мама Маши. Как вспоминает Оксана Политикова, первый раз девочка запела во втором классе русские народные. Получилось отлично. Впрочем, только лишь пением девочку не ограничивали. Она вообще разносторонний человек, как вы уже заметили. Она побывала уже, мы с ней прошли, наверное, все кружки, которые только возможны. Как говорят, что ребенок должен до 10 лет попробовать все. Вот мы сделали, наверное, все возможное. Мы и гимнастикой, и танцами, и прикладным творчеством, и английским языком. То есть занимались всем возможным. Сегодня день ученицы 63-й Рязанской школы Маши Политиковой буквально расписан поминутно. Помимо эстрады, она еще вяжет и лепит из глины. И, как считает Маша, колечко собственного производства стало на шоу «Голос дети» для нее счастливым. Впрочем, подробнее о том, как этот телепроект изменил ее жизнь, смотрите в программе «Городские встречи». Выпуск с Машей в самое ближайшее время. Легендарные куклы, которым уже более 80 лет, куклы с цензом 16+, а также новое прочтение «История о добре и зле» в известной сказке про Али-Бабу и 40 разбойников. С гастролями в Рязань приехал театр кукол имени Образцова. Что в программе, знает Марина Романюк. «Старый сеньор И», три мини-спектакля в одном, четыре куклы и живой саксофон. Гастрольный тур театра Образцова откроет спектакль для взрослых. Очень хотелось на самом деле в этом спектакле, чтобы мы увидели, не иллюстрировать Маркеса, потому что это, ну, для меня очень интересный и любимый писатель, какое-то время был. Вот хотелось как бы вот сделать ауру, чтобы ощущение, что мы как бы вот существуем в том мире, который создал Маркес. Знаменитая постановка «Волшебная лампа Аладдина» тоже сыграется на сцене Рязанского театра. Это один из первых спектаклей в мире, где использовались привычные нам куклы на тросях. Поставлен спектакль самим Образцовым 80 лет назад. Именно те куклы именно в той постановке и сыграют в Рязани. Хочется, чтобы, правда, зрители пришли, чтобы они, ну, как бы не пришли в театр, на спектакль театра Образцова, а пришли именно в театр, где живое не живое, где театр кукол. Чтобы они перестали бояться. Сегодня вечером, например, очередной раз уже был этот спектакль здесь. Чтобы они перестали бояться. Так это же детский театр. Зачем же мы туда пойдем? Да приходите же вы. Потому что в каждом из нас живет самый маленький ребенок. В рамках гастролей москвичи покажут также «Три поросенка», «Али-Баба» и «40 разбойников». Гастроли радуют всех, ведь в течение года перемещение было ограничено. Мы додумывались до того, что, в общем-то, театр в городе – это вещь градообразующая. Потому что если нет театра, то, пожалуй, нет и города, и нет той культурной какой-то ауры и среды, которая делает людей более культурными и в большей степени как бы горожанами. А такой театр и Рязанский, и Образцовский театр. Стоит отметить, что билетов на гастрольные спектакли уже нет, но начало туров обещает нам новые визиты. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго.